заметили пустых бокалов, мы не заметили грязных салфеток на наших столах, то есть обслуживание на высоте, всегда все вовремя подносили, то есть как мы и запланировали, всегда было на столе что выпить, чистенько, аккуратненько. По подготовке, то есть к мероприятию, я больше общалась с Оксаной, с администратором, человечески хорошо отнеслись, то есть учитывали наши пожелания, звонили, переживали за нас, предлагали какие-то варианты по оформлению, много раз встречались, то есть предлагали варианты по меню, то есть нам не пришлось самим сидеть и думать, нам сказали, вот можете это выбрать или что-то другое, что вам нравится, то есть очень приятно общаться с такими людьми, очень приятно находиться в чистом, хорошем, просторном помещении. Спасибо Лимезону за то, что он сделал наш день. Я хочу выразить благодарность Лимезон со стороны гостя этого заведения. И мне, как гостю, очень понравилось именно то, как проходит торжество именно в этом помещении, в этом банкетном зале. Потому что, во-первых, это просторный зал, и здесь гости могут уместиться, можно сделать свою рассадку столов. Во-вторых, здесь есть где танцевать элементарно, потому что была маркетинговая площадка, где были сложности с этим, и также с расстановкой столов. В-третьих, мне кажется, что здесь действительно очень вкусная еда. Мы наелись еще до горячего, и действительно очень сильно наелись. Поэтому всем, кто будет здесь заказывать банкеты, учитывайте этот факт, что здесь очень вкусно, очень сытно, и что гости сразу начинают все быстро очень есть. И особенно, что... И очень много пьют, потому что официантов всегда подливает. Спасибо большое.